процессе сегодняшнего концерта, благодаря мультиинструменталистскому дару Михаила Петручного, благодаря участию в концерте его друзей, на какие только географические широты и меридианы не заносила нас музыка. И судя по тому, что сейчас главный герой вечера отправился за кулисы не только за тем, чтобы сменить инструмент, но и внести поправки, небольшие поправки в свой сценический костюм. И судя по тому, сколько сейчас на этой сцене окажется участников, и судя по тому, что прозвучит танцевальная музыка, я думаю, несложно сделать вывод, что прозвучит заключительное сочинение сегодняшней концертной программы. Нам показалось, что музыка в стиле фанк в конце первого отделения не очень-то раскрутила вас на танец. Может быть, зажигательный ирландский степ больше придется по душе вашим ногам, да, вот, вашим ладоням, вашим плечам. Во всяком случае, в нашем арсенале имеется все, что нужно для исполнения настоящей ирландской музыки. Есть лихие танцоры, есть волынка, есть скрипка и есть замечательный оркестр духовых инструментов. Встречайте! Наталья Онищенко, скрипка. Виктория Безуглая, альт. Артисты театра танца «Лето» и концертный оркестр духовых инструментов. Композиция «Ирландия». Thank you.
Принимали участие Наталья Нищенко.